Английский язык в 21 веке считается важнейшим международным языком. И именно поэтому его активно изучают в школах и высших учебных заведениях. Есть даже поговорка «без языка, как без рук». Лагерь английского языка Discover КФУ вновь открыл свои двери. С 29 октября началась осенняя смена, в которой примут участие школьники 7 по 11 классы. Всего за неделю дети получат знания, сравнимые с полноценным языковым курсом. Их ждет 21 час академического английского языка и 28 часов познавательной программы. В познавательную программу входит посещение различных музеев и институтов Казанского федерального университета. Discover КФУ – это отличная возможность посмотреть на университет изнутри. Первостепенная цель, конечно же, именно погружение в англоязычную среду. Мы не только проводим занятия на английском языке, мы постоянно общаемся с детьми на английском. Все мероприятия, все развлечения, которые проходят в нашем лагере, все на английском языке. В первой половине дня дети занимаются с преподавателями нашего университета, во второй половине дня мы ходим на экскурсии в университет, в здание нашего университета, в музеи. Занятия ведутся профессионалами в своем деле, преподавателями высшей школы иностранных языков и перевода КФУ. Кроме этого, нередко на занятия приглашают иностранных гостей, чтобы дети смогли поговорить с носителем языка. Для некоторых ребят это самое запоминающееся событие всей смены. На уроках английского мы занимались с американцем. Это самое главное, вот, что очень зацепило меня, потому что разговаривать с настоящим американцем – это очень интересно. То есть практика английского языка – самое главное. По-моему, самое интересное, что было в этом лагере, это встреча с американцем, а также экскурсии по КФУ. Уроки проходят в здании IT-лицея Казанского федерального университета, который расположен на территории деревни Универсиады. В этом же кампусе и проживают участники лагеря. Все дети приходят в лагерь Discover КФУ, преследуя свои цели. Кто постарше, подтягивает английский, чтобы сдать единый государственный экзамен. Ребята помладше хотят с пользой провести свои каникулы и найти новых друзей. Если ты еще учишься в школе и хочешь потянуть свой английский, то обязательно запишись в следующую смену лагеря английского языка Discover КФУ. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз. We'll be right back.